Opel Astra K, ищем аккумулятор. Открываем капот. И смотрим, ищем аккумулятор. Видим, у нас есть клемма плюс, а самого аккумулятора не видать. Значит, он не тут. Смотрим в багажнике. Вуаля! Вот наш аккумулятор спрятался. Так, попробуем померить напряжение. Вольта. Ну, аккумулятор чуть-чуть подсаженный. Надо посмотреть производство, ну, скорее всего, менять.